В региональном следственном комитете внимательно рассматривают каждое поступающее сообщение, стараясь дать ответ в кратчайшие сроки. На особом контроле наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране. В следственном управлении существуют различные каналы связи. Можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. 25 июля в России отмечается День сотрудников органов следствия. На эту важную и ответственную работу приглашают УМВД России по городу Твери. Требуются граждане России от 18 до 40 лет, имеющие высшее юридическое образование, несудимые. Вам гарантировано официальное трудоустройство, стабильная заработная плата от 40 тысяч рублей, возможность выхода на пенсию при выслуге в 20 лет, государственное страхование, ежегодный оплачиваемый отпуск – в 47 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, получение вне очереди мест в детских садах, лагерях, школах. Сотрудникам, имеющих стаж в органах внутренних дел не менее 10 лет, единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья. При заключении контракта о прохождении службы в следственных подразделениях выпускникам юридических факультетов положено единовременное пособие в 1 миллион рублей. Обращаться по адресу: город Тверь, улица Спартака, дом 34А. Телефоны для связи на ваших экранах.